Утро 16 июня собрало в Благовещенском кафедральном соборе прихожан городских храмов, гостей города, настоятелей приходов Преамурья. Цвет облачения священства напоминает о недавно закончившемся пасхальном периоде, но это и цвет памяти мучеников за веру Христову. Ведь 16 июня церковь чествует священномученика Лукиана, епископа бельгийского, небесного покровителя правящего архиерея, Пресвященнейшего владыки Лукиана. Справа от алтаря икона священномученика Лукиана. По церковному преданию он был обезглавлен за веру Христову, но, взяв в руки свою главу, на глазах у народа взошел на высокую гору. Правящий архиерей уже делился с паствой рассказом об истории обретения им части святых мощей своего тезаименитого покровителя, а также мученика Дионисия. Мощи этих святых находятся в одном ковчеге. Наряду с другими святынями они являются великим достоянием Благовещенской епархии, даря неоскудевающее благословение верующим земли Амурской. Приложиться же к святыням прихожанам собора можно в основном раз в год, в день тезаименитства владыки. И еще в этот день, равно как и в день рождения архипастыря 7 апреля, можно видеть в храме гостей Ленинградской земли игумень и монахинь из монастырей, построенных или возрожденных из руин по инициативе, вернее, по горячей любви к православной вере, человека, для встречи с которым они преодолевают тысячи верст и которого по праву считают своим владыкой. Дорогой владыка, поздравляю вас с именинами. От нашей делегации или группы из города Санкт-Петербурга желаем вам, ну, во-первых, здоровья, в первую очередь. К здоровью что прилагается? Удачи, успехов, побольше прихожан, чтобы они вас любили, чтобы они вас радовали своими делами, своими помыслами, и чтобы ваш приход, ваша церковь, ваш монастырь и все ваши прихожане вас только радовали. Удачи вам большой, большой, большой. От лица благовещенских прихожан мы хотим пожелать здоровья, здоровья хороших прихожан, процветания епархии и всего самого доброго. Самое главное – здоровье. И чтобы он чаще нас к себе приглашал. Нам так нравится служба его здесь, в этом кафедральном соборе. Дай Бог ему здоровья. В этот торжественный день хотелось бы от всей души и сердца поздравить владыку с днем его именин, пожелать ему здоровья, успехов в его нелегком деле, покровительства и заступничества нашей Божьей Матери Албазинской. Слово «плоть бысь», чтобы все его начинания сбылись и осуществились. Все эти слова от сердца адресованы архипастырю за несколько минут до святого причастия. Многие готовились к принятию святых христовых тайн, потому что 16 июня и день тезаименитства архипастыря, и начало Петрова поста. В эти минуты искренне хочется всех вас поблагодарить за то, что вы нашли возможность прийти и помолиться за божественные литургии с архиереем, который Богом и Церковью поставлен, чтобы делать дело Божие на Амурской земле. Именины День Небесного Покровителя – это то, что дорого каждому из нас, потому что это святой или святая, на которую нам хочется равняться, вере и подвигу жизни, которую хочется повторять. Но, наверное, надо быть самым бесчувственным, неблагодарным человеком на земле, если не говорить о том, что в нашей жизни есть земные ангелы, земные покровители, те родные и близкие друзья, плечо которых, слово доброе которых как-то ближе, доступнее. Огромное спасибо. Я ценю ваши добрые отношения. И очень хочется ответить также добром. Только добром. Только дружеские, добрые, человеческие отношения сегодня строят тот большой церковный мир, гражданский мир, политический мир, дипломатический мир, мир бизнеса.
Без этого никуда. Верующий никогда ничего не разрушает. Вера в Христа является только созидающей. И особенность нашей святой православной русской церкви, нашей не особенно, то, что церковь все доброе. Вот все то, что служит на пользу человеку, его душе, его телу, его жизни вообще, пытается воцерковить. Задача епископа просто быть евангельскими, добрым. И делать, по крайней мере, хоть то немножко, что сделал Христос в земной жизни и оставил заповедь, как заповедь для земной церкви. Для беснующегося мира, который теряет нормальные, здоровые представления о любви, о доброте, о уважении, о вообще обычных ценностях человеческого духа. Осталось только одно – это Евангелие, которое ставит всех на место, которое помогает удержаться, которое определяет нам жизненный путь, который дарит действительно веру и надежду. Огромное спасибо за тот потрясающий труд, который мне, как епископу, приходится наблюдать среди наших священнослужителей. Отцы, огромное вам спасибо за ваши труды, за ваше служение, за ваши добрые отношения, по крайней мере, даже ко мне, правящему архиерею. На этом строится церковь. Если не будет этих отношений, если не будет этой культуры отношений, мы просто будем теми, кто разваливает и разрушает то, за что страдал Христос. То лучшее прекрасное, на что сегодня надеются наши люди, ваши родные и близкие, очень ответственно. Во-первых, это епископ. Владыки адресуют искренние слова поздравлений и пожеланий духовенства, настоятельницы монастырей. Подарки готовились с душой и с пользой для дела. В первую очередь – помощь богослужению. Облегченный вариант митры «Спасение от летней жары» изготовлен сестрами Веденно-Аятской обители. Мы очень хотим тоже чем-то вам помочь. Вот. Мы привезли вот это облачение, такое летнее. Вот. Здесь очень жарко летом. И вот нам бы хотелось, чтобы было немножко полегче во время богослужения летом. От верных прихожан организации «Православная гостиная» оздоровительный пакет. И, кажется, не кончится сегодня теплые речи и сердечное приветствие. И очень хорошо, что в них отсутствует напрягающий официоз. А когда все просто, там и ангелов соста. И они, конечно же, здесь, вместе с архипастырским благословением, пребывают с народом Божиим. И вряд ли кому-то хочется выходить сегодня из этого ореола благодати.